короче, улучшил чуть-чуть лифтаус. Ну, можно вот такие текстуры положить, можно вот такие вот. В принципе, мне та беленькая даже больше нравится. Потому что у этой, если так делать, все внутри тоже блестит. А у той не блестит. Я вообще убрал блеск. Ну, в смысле отражения. Не все, они, ну так, наполовину. Вот. Это ж не все. Я сделал одну кнопку на двери и на подъем. Теперь он вот так вот делает раз. И поехал. Мяу. Так вот едет. И что такое? Приехал, двери открылись, развернулся по пути. Ай, нет, 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 не падай, дружище, ты чё? Он скользит по всему этому, как по соплям. Нет, зараза. Вот. И коллайдер внутрь запихнул, то есть теперь он не выходит. Вот я и думаю, он упирается по бокам в коллайдер и в дверь тоже упирается. Вот, и сейчас спустимся. Спустится. Только вот приходится вниз переключаться. Уж так вот надо делать. Ну и вот он поехал, собственно, вниз. И не вывалился. Правда, упал, только надо быстро выбегать, потому что двери закрываются. Оп, все. Такая вот яичная скорлупа. Да, а еще я научился из 3D Max переносить анимацию в Unity, а из Unity потом эту же анимацию в KSP. Такое вот сегодня у меня достижение. Оказывается, это можно сделать. Ну, это вот старая конструкция. Ёпан. Тут что-то это я... Ну, я вообще этот лифт не как бы не для... Не ради лифта делал, а как вкупе. Он у меня как лифт для одной конструкции, для другой, которая тоже, в принципе, почти готова. Но этот, в принципе, тоже ездит. А, не, он тупит, да, он тут анимация тупит как жестко. Тут дверь летучая. Так-то он прикольный, но тупит, и здесь коллайдеров, по-моему, нет на стенах. Ай, да-да-да, нету точно. Свалится сейчас нафиг. Ну его в пень. По кускам потом собирать. Так, что надо сделать? Open. И понял? Ой. Что? Понятно, короче, я в лифт уехал, а этот крендель за ним свалился. Ну, пойдет. Тут, правда, стойки какие-то, что-то не подберу цвет никак к ним. Хотя, как бы, такие непонятного материала. Как их показать-то? Ну, они блестючие такие, вроде бы.
А вроде бы и непонятные, короче, какие-то. Ладно, сойдет. Пошли еще раз наедем и закончим на этом. Что-то показывать-то больше. Заходи. Сейчас, кстати, внутри посмотрим, что тут происходит. Он когда вверх едет, он стоит вообще ровно. Не трясется, ничего. Правда, улицу не видно нифига теперь. Это печально. Вот. Я не буду туда выходить, ну нафиг. Свалюсь еще. Вот, тут лучше по центру вот так встать. Потом так вот. Так вот. Жмяк, хоп. И обратно. И вот, а вот когда назад едет, он видал, что происходит, бля. Свистопляска какая в лифте. Но он не вываливается теперь. И на землю не падает. С высоты 10-этажного дома. Все. Живой. Ладно. Сойдет. Больше я этим лифтом не занимаюсь. Надоело мне жуть. Кто делал Unity? Господи, я понимаю, почему КСП кривая. Ребята. Потому что Unity кривее некуда. Вот и в Unity это кривота, вот как раз вот достойная КСП. Точнее говоря, нет, хотел сказать. Unity это в квадрате кривее КСП. А КСП взяла все лучшее от Unity. Вот я что хотел сказать. Господи, кто писал эту Unity? О, ну у меня, правда, версия 5.4, но, блин, я что-то сомневаюсь, что в 17 году все стало намного лучше. Очень сомневаюсь. Ладно. В общем, такие вот лифтики. Выбирай на вкус называется. Ну, я выложу вот этот беленький. Заберете, кому надо. Пока.